Читайте свежую «Комсомолку» 10 июля. Мэр от народа лишился свободы. Наш политобозреватель Владимир Варсобин отправился в Ярославль, где за решеткой оказался единственный в стране градоначальник, разгромивший на выборах партию власти. Кто выиграет и кто проиграет от новой пенсионной реформы? Минтруда и Пенсионный фонд презентовали пенсионный калькулятор. Все подробности в материале Валерия Бутаева. Жители города Пугачевска вышли на улицы после того, как в драке с кавказцами погиб местный парень. Корреспонденты «Комсомолки» отправились в бунтующий город. Подробности читайте в материале Дмитрия Казурова и Натальи Кудряшовой.